Слава на канале Марвел, и это у нас Сталкер Зов Припяти. А, мод модификация плохая компания связной. Представляете, да? Мы до сих пор не прошли то есть, игру. Эта игра, это у нас серия по счету уже, наверное, идет 7-я или 6-я. Да, я за кадром много-много чего сделал. Я нашел противогаз где-то из тайников, да. Я кстати, забрал из рюкзака, где вот там нахранился он в западном тоннеле, я забрал тут этот... как бронекостюм и модифицировал ее, и открыл ему еще новый контейнер для артефактов. Ну да, в принципе, это очень мощная броня. И еще у меня есть патроны для прибоя. Я не знаю, фига мне прибой вообще сдался, эта пушка. Но хотя, знаете что, я вот сейчас могу пойти вот за кадром быстро прям так и взять. Сейчас мне за кадром придется самому даже идти. Хотя, мы уже там, давайте поговорим с этим. Этим челом и посмотрим, что он нам скажет. Какие дальнейшие действия будут. Мы же как бы ему кейс, да, принесли? Да, ну привет. Да, вот кейс. Отлично, я свяжусь с тобой попозже. Постой, постой, ничего, мы так открыто напали на военных. Мы еще... У нас спецотряд. Кто об этом думал? Да, военные немного пошуршат по зоне. По недолгам мало ли, что их с друзьями случится. Главное, саму их место не оказаться. Так что расслабься. Так, какое дело не требуется отлагается. Чего? Отладельство. Крайне важно. Момент истины близок. Колдун хорошо потрудился, и мы наконец имеем все необходимое оборудование, и в этом немало заслуга и твоя. Что ж, тебе и доводить дело до конца. Вот передатчик, установи его на вышку, что на территории заброшенного ганда, и прими послание. Послание, что же мне с ним делать? Повинуйся ему, а потом доложи мне. До встречи, так, сталкер. Я где-то чайник нашел, и этот чайник, скорее всего... Я отдал, нет? Здорово, стал! Не знаю, каким-то буком я чайник где-то находил. Так, установи связь. Так, установил необходимо установить передатчик вследствие принять неизвестный сигнал. Ну что ж, давайте так и сделаем тогда. Ёгарная кова. У нас почти... Так, чего? Пас работа, момент. Если главное, дети четверо, которые интересуют. Ай-я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 й
Главная задача связного масона. Да идите вы нахер, кабаны, вы затрали меня. Дайте я посмотрю задание, что там написано, блин, ёбари, тупые суки, ненавижу вас. Просто долбоёбы конченые, чтобы вы сдохли, просто мрази конченые. Кстати, смотрите, локация неправильно установлена в этой игре. Вот видите, да, вот мозг как бы вот здесь вот так посмотрите, да? Блин, иди нахер, кабан, надеюсь, ты не видишь. Вот если на мини-карту посмотрите, вот, которая сверху слева игру, там указано то, что мы сейчас пройдемся по мосту. А хер-то там, мы не проходимся даже по мосту, мы просто, блин... Походим все по неизвестным точкам, на самом деле мост должен здесь быть. А его нихуя здесь нет, а мост здесь. Неправильно, короче, мини-карта у нас устроена. Не знаю, каким боком тут разработчики думали, когда устанавливали это мини-карту правильно, но у них тут ошибка главная, которую так и никто не сообщил. Никто не сообщил, то как что это, чтобы устранить эту неполадку, но я так вижу, что эту неполадку никто не устранил. Установить. Так, ответь на вопрос. Так, и что теперь? Всем привет! Говорит состава долга на свалке. Из темной долины, по направлению к бару, идет полная мутанта. Всем, кто поможет отставлять нечисть, признательность с нашей стороны гарантируем. Слово долга. Ответит и призыв о помощи. Оу, это же мне сами долговцы позвали. Представляете, если будет, если мне сейчас долговцы сами передадут. То есть они специально работали рядом с дикерами. Оба-на, каким боком выброс-то начался? Что за херня? Уху. Я же пошел помогать вроде долговцам, а они что-то зона начинает выделываться. Я не знаю, конечно, ну ладно. Ну ладно, пойдемте поможем долговцам. Да, я еще этот автомат нашел, гадюка. Это не гадюка даже, а фрейзер, который стреляет такими хорошими патронами. Так, землетрясение, так вижу у нас. Что-то все фиолетовое везде стало. Странно. Да, землетрясение идет. Что, чел, я здесь? Чем тебе помочь? Привет, долговец. Ты по какому делу? Что случилось?
Хоть кто-то отлится, беда, Масит, беда. Только что пришло сообщение, что было после свободы уничтожен. Мутанты против Стивной долины прямо сюда. Похоже, боя не избежать, ты с нами, да? Это еще что за хрень? Что? Что? Это все. Можете. Фу, хера, я упал. Что за бред? Ладно, смотрите, короче, сейчас я приду. Что за херня? О, щит. Я не слегка свалился просто. Черт, проклятие! Че, обокрали, да? Они не обокрали, Настя. Все, че, все пацанов закружило, да? Блин, пацаны, это же украинцы со сверхсекретным оружием, которое нападает на украинцев. Бляха-муха. Блять, успокойся, долго, ведь эти свободовцы просто вынесли нам мозги своей марихуаной. Как видите, они все атакой нас пытаются отбить из блокпоста на свалку. Что ж, долго содержитесь, сейчас мы одержим победу над этими наркоманами. Что с тобой, что ты уселся? Ты гриф ебаный, блять. Ты цел, Мейсон? Выглядишь плохо, вроде в порядке, что это было, выброс. Сам не пойму, однажды я попал под выброс, когда на Яндаре побывал, и тогда началось это так же. Погода вдруг переменялась, молнии сверкали неизвестно, голова затрещала, но выброс пережить нельзя. Мой друг погиб, не успел до укрытия добраться, а мы живы. Только с рассудком проблемы, все твои бойцы бредят. Что с нами произошло, зону не понять. Да, но не ясно, что мутанты скоро будут здесь. Ты мой бойцов, к обороне готов. Что, мутанты? Сейчас ему придется от мутантов надбиваться. Я... Чувствуешь? Они на подходе. Нет, ничего. Ну же, пацаны, вставайте, чего вы лежите? Вставайте, свободовцы сейчас будут нападать. Пацаны, просыпайтесь, вставайте, сейчас свободовцы будут нападать. Вставай, не падай. Черт подери, свободовцы нападают. Пацаны, атака, атака, свободовцы нападают. Черт подрал, сколько тут много свободовцев. Блин, капец тут свободовцев дохера. Долго задержите оборону, не хочу я попасть под этим уродком, этим свободовцам. Спасите меня, пожалуйста. Оу, щит, спаси меня. Эй, уйди отсюда, кабан. Так, гранаты пригодятся. Поговорить с грифом. Что ж, гриф, вот мы отбились от свободовца, что ты мне скажешь? Чего? Здравствуйте, кажется, последним двух мутант перебили. Мы это сделали, друг не забудет твою помощь, а теперь просто что-то чувствуешь. Она приближается. Что приближается? Ну, кто? Здорово. Что за фигня произошло? Нет. Наркоманская марихуана накрыла нас. Дыши. Свободаться пытается нас вынести с этого блокпоста. Мы должны выжить. Опять ты жрать хочешь, что за черт? Все сдохли. Оу, goddammit. Это же сам лидер свободы. Во-во-во-во, похоже, я тут немного чутка подпосрался под такого мутанта, где ты? Ага. Ой, справился с лидером свободы, вот это понимаю. Что ж, товарищи, все сдохли. А где гриф-то? Какого черта, куда гриф-то девался-то? Неужели он сбежал? А гриф-то где? Какого черта, где гриф? Неужели меня тут бросил одного?
поговорить с колдуном. Куда они все делись-то? Что за херня? Что за бред? Они меня предали! Что за фигня? Они сбежали, договорились с этим лидером долго и ушли отсюда. Вот чмошники. Просто пидоры. Что? Где эти? Где что произошло? Где все? Это весьма интересно, не так ли? Установив прибор, ты вызвался серию изучения прямо из сетрозона, тем самым вызвав выброс. Правда, довольно-таки слабый. Но это было достаточно, дабы начать исследование. Поэтому было решено разделиться. Одна группа, что во главе Тимуром, отправилась на Агапром, другая в Темную долину, ее руководит змей. Но что значит? Я тут с тобой. То есть все идут по клану? По какому? По-вашему, Тимур собрал отряд искателей, дабы исследовать зону, но что ты мне не веришь, что Тимур как просто угорю себя заниматься этим? Кто заказчик и вообще зачем это надо? А благо общего дела, помимо Асен, я не могу тебе сказать, кто заказчик, поэтому, что я сам не знаю. Знаю лишь, что кто-то с большой земли решил проинфицировать этот проект, опять же, зачем неизвестно. Цель, какова цель? Ты уже ответил на свой вопрос, следуй зону. Нет! Все, это игра с огнем, вы не следуете зону, вы ее расширяете! Чтобы добиться желаемого, порой нужно что-то жертвовать. Высит план тигров. Масоны. Будут проблемы, пожелания. Блин, вот праздник, блин. Это до сих пор у нас не конец сюжета, серьезно, блин. Блин, так издевайтесь надо мной сильно прям. Так. Крамар может определить дальнейший план действий. Да, похоже, срез своих и наилучших друзей убил, чтобы выяснить план тигров. И они в итоге все сбежали, это похоже сейчас концовка игры будет. Меня сейчас срам вот этот наемник предаст меня, да? Вот смотрите, скорее всего так и будет. Ну что ж, давай, расскажи мне что-нибудь. Ну что ж, привет. Так, масон, здравствуйте, что расскажешь? Я вошел вокруг доверия диггеров, особенно мне с импедирующих механик, голубо уверен, что он скоро все расскажет. Что еще? Добавить больше нечего. Хорошо, кстати, выяснил, что сливает информацию спецслужбам. Кто это? Ты. Что, я не... Хрен тебе! В смысле, блядь? Кто? В смысле? Как я слил эту информацию? Потерян предмет фонарик. Очнулся-то хорошо, скоро придет босс, говорить будет. О чем что? Чем я связан? Скоро, значит. Постой, эй! Предатель, сбежать. Так. В соседней комнате есть разбитое окно, вон туда. Масон, твой дизель, какого черта? Это ты, какого черта, что ты говоришь? Я думал, предатель, это ты, все указывают на тебя. Эти наемники тебе не друзья. Впервые их вижу, повернуть не могу, что ты меня подставил. Ладно, убьем наемника, дождемся крысы, и тогда разберемся, кто тут. Я пустой. Возьми мой пистолет за работу. Надеюсь, вовремя ты случайно не убьешь меня, подумав, мало ли. Да ты сука, а? Давай проверим все планы диггеров. А чё мне делать-то надо было, блин? Ну чё, тебя прикрывать надо было, что ли? Ты сейчас сдал этим наемником, тупая мразь. Уф. Так, предатель, забрать ты... Добрать вещи из тайника. Где тайник-то мой? А, блядь, соси хуеца, блин, мразь. Вот мрази, блин, просто конченые мрази, блин. Вы хотели меня убить, да? Соснули ли конкретно просто? Сдохни, мразь. Скотина просто. Ненавижу вас всех просто. Ого. Впервые за игру это пушка попался. Надо же, мне вообще ни хрена не нужна сейчас. Где мой ящик? Где мой рюкзак? А, вот почему этот ящик не работал. Теперь он работает. Подождите-ка, надо вот так вот установить. Вот так. Нет. Вот так вот, чтоб у нас здоровье быстрее восстановилось, это сюда. Так, это сюда мы делаем, блядь. Какого черта ты мне, блядь, западню подвел, ты мразь ебаная, блядь. Из-за тебя я попал в такую передрягу, из-за тебя просто. Во всем ты виноват, чмо, блядь, просто. Если бы ты сейчас меня не вырубил, я тебя сумел бы спасти. Какой эфир, это так уже темно, блин. Блядь, весь день прошел из-за твоей глупой ошибки. Ты взял меня, подставил просто, и теперь я попался под руки этих наемников. Сейчас он, смотрите, опять меня ударит по башке. Какой черт темнеет, блин? Наша служба опасная труда. Кажется, ты ошибался. Кажется, мы ошибались.
О чем ты? В КПК-новинке нашла фраза о том, что они следуют вглубь зоны, чтобы дали про них секреты работы от HPC, которые я значусь. Интересно, может быть, это похозок? В любом случае, если нечто, с этим скорее скоро он будет здесь. Свалка вполне в мере отправляет свои названия, какую дрянь сюда не износит. Секретные материалы. Полыну убрал, быстро! Тише, тише, убрал, это я рожу. Ты кто? Я работаю на одну из секретных ингредиентов, сказать, что мои хозяева я. Конечно же, я не могу. Твоя цель. Для чего этот нужен список? И кто в нем числится? Вы оба, парни, ничего личного, но хозяева хотят, чтобы вас устранили. Понятно, лаборатория тут при чем? Я об этом не знаю, все хорошо, за нами без контроля. Это все, что я могу вам сказать. А какой это смысл? Ну, заколебали, буду друг друга убивать. Вот так и дела, а теперь... Продолжаем работать. Как список лаборатории? Я разберусь, продолжаю внедрение и истинный план Диггеров. Я так и сделаю. Посетите развилку около... Около... Стоянка охотников... Стоянка охотников? О-оу. Похоже, код изгибал. Абрек, Юрис и Примесер... Чего? А это чё за изгида? Изги неизвестного. То есть это пушки гораздо очень сильное повреждение, да? Может мне это сюда надо идти? Стоятника охотников. Это же у нас стоянка охотников, ну допустим. Давайте пойдемте с вами с самого начала тогда. Так, ну здесь тоже ничего нет. Тогда я продолжу с вами в следующем серии проходить Сталкер. Плохая компания связной, потому что тут ничего и нет. Увидимся с вами в следующем серии. Надежда на том, что я уже в следующем в серии уже встречу этих всяких мразей, с кем мне нужно там будет постречаться. Так что всем удачи, всем пока. И не болейте коронавирусом. И все, значит, увидимся в другом серии тогда.